Всем привет, с вами Фита Маша. Сегодня у нас будет изометрическая тренировка. Я сейчас объясню, что это такое. Изометрическая тренировка – это тренировка, в которой задействованы мышцы, принимаем какое-то положение, напрягаем наши мышцы, но они не растягиваются и не сокращаются, то есть находятся в одном определенном положении в напряжении. У нас с вами будет 3 упражнения. Давайте приступим. Упражнение первое. Принимаем с вами вот такое положение. Делаем с вами вдох. И на задержке дыхания начинаем давить руками друг на дружку в течение 3-5 секунд. Поехали. За счет этого противодействия сопротивлению укрепляются ваши мышцы, сухожилия и суставы. Плюс в том, что вы не получаете никакой жесточайшей нагрузки, но польза есть. Несмотря на то, что вы не двигаетесь, в работу вступает очень много мышц. Повторите так 5 раз по 5 счетов. Второе упражнение. Возьмите какой-нибудь жгутик или полотенце можно. У меня скакалка такая. Возьмите ее в руки. И делаем то же самое на вдохе, с усилием, но уже пытаемся развести в сторону, то есть как бы разорвать это полотенце. Поехали! Изометрические упражнения очень хорошо подходят для восстановления после травм. Исследователи доказали, что изометрические упражнения снижают артериальное давление. Повторите 5 раз по 5 счетов. Чувствуете, как напрягаются вот эти мышцы, шея, руки, пресс, все задействовано. Плюсов очень много. Упражнение третье. Садимся с вами на стульчик, спинка ровная, руки кладем снаружи. И мы с вами начинаем руками давить вовнутрь, а коленками наоборот наружу. То есть получается противостояние такое. Вдох и на задержке 5 счетов делаем это давление. Так как мы очень много задерживаем дыхание, у вас может начать кружиться голова. Пожалуйста, не пугайтесь, в этом ничего страшного нет. В таком случае делайте более большие паузы между подходами. Также сделайте 5 раз по 5 счетов. Теперь мы с вами ручки ставим во внутреннюю часть и делаем то же самое, но противоположно. То есть ногами давим вовнутрь, а руками наружу. Получается противостояние. Со стороны такое ощущение, что я просто сижу на стульчике и ни хрена не делаю. Но на самом деле это не так уж и просто. Но доступно каждому. И поверьте мне, эти тренировки требуют немалого труда и времени. За один раз результата не будет. Но если делать такие упражнения почаще, то ваше тело обязательно почувствует пользу. К тому же у этих упражнений очень много плюсов. Также можно попробовать перекрестное давление. В офисе, вот вы сидите за компьютером, одной рукой печатаете, а второй ручкой положили на ножку и начинаем вот это движение. Пришли в перекресток, пока стоите в очереди, делаем упражнение. Хорошо укрепляют мышечные волокна и ваши суставы, и поэтому я рекомендую его вам делать. Спасибо всем за внимание. Развивайтесь, тренируйтесь, повторяйте мои комплексы и посмотрите другие видео.